Югорские хоккеисты одержали уверенную победу над «Дизелем». Очередной домашний матч команда Эдуарда Зынковца провела в субботу. Все время первого периода обе дружины потратили на разведку, но результативных действий это не принесло. Открыть счет удалось в начале второго периода. Егор Степанов прицельным выстрелом поразил ворота «Дизеля». Через 4 минуты преимущество «Югры» увеличил Владислав Лукин, забросив свою дебютную шайбу за команду. Но гости смогли размочить счет в этом игровом отрезке. Точку в матче поставил Владислав Шутов. Нападающий егорской команды за 47 секунд до финальной сирены поразил пустые ворота «Дизеля». Итог противостояния 3-1. Конечно же, мы немножко должны болельщикам за наше поражение, ведя в счете и в концовку. Но опять же, концовочка напряженная была, но будем стараться как-то доводить до конечного результата, до победы, как сегодня получилось. Сегодня «Югра» проведет заключительный матч в этой домашней серии. Очередным соперником будет команда «Тамбов». На сегодняшний день соперник сыграл 8 игр и набрал 9 очков. Этого хватает только для 19-го места в таблице. У «Югры» на 7 очков больше, но наша команда сыграла на 2 матча больше. Это противостояние вы можете увидеть в прямом эфире на нашем телеканале. Начало трансляции 18:55, сразу после вечернего выпуска новостей.